Вечер четверга не предвещал никаких резких телодвижений, пока я не заглянул на охотничий форум и не обнаружил вот такое объявление. Внимание, волки в угодьях! Сегодня в 120 километрах от МКАД на северо-запад офлажили трех волков. В пятницу 26 января состоится охота, сбор 8.00, требуются стрелки с гладкоствольным оружием. Ну, сгорелся я сразу, тем более, что именно в этом хозяйстве мы собирались поохотиться в субботу на зайца и лису. Подъем в 4 утра, и мы уже летим на место сбора. С форума собралось человек 8-9. Прибыли мы рано, охотников было мало пока, но потом началось. Машины прибывали одна за другой. Местные охот-коллективы откликнулись на призыв, и в итоге вместе с нашими автомобилями я насчитал 45 машин. А людей, естественно, гораздо больше. Точно не удалось мне подсчитать, так как все постоянно двигались, но примерно что-то около 90 человек. Их было совсем чуть-чуть. Не курим, ничего. Стреляем четко только картечью, никаких пуль, ничего. Стреляем, значит, что? Волк. Долго, очень долго шли, почти круг сделали. Иду на свой номер за флажки. Антон, к тебе лось. Первое движение в лесу я увидел минут через 15 после начала загона. Сердце, конечно, заколотилось. Думал, волк в кустах мелькает. Но оказалось лось. Он шел к Антону. Нет, он из глубины шел на тебя. Не через меня. Через 30 минут еще пришли лоси, точнее корова, зашла мне за спину, между мной и флажками прошла. Позже посчитал, что на 16 шагов подошла. Немного постояла, а потом вышла за эти флажки, причем не порвала их, вышла аккуратно.
корова на 15 метров подошла. Вышла за флажки, ушла. Ну вот, ребят, снегоход. Стоять надоело. Что, все, домой. Да, да, да. Тапочек, кто остался? Да, там до фига. Мы сейчас их направим. Ну тогда поезжайте, направляйтесь. Да, да, да. Понятно, что вот Лёшки, но это не сегодняшней ночи, вчерашней ночи. Тут, судя по всему, три. Но нам они не дались. И вон они пошли. И ушли туда. А мы туда. Вот, и лежали они на краю леса, чтобы обзор у них был на все. Тут, в принципе, деревня недалеко. Метров 600, наверное. Возвращаемся. Сходил на самый почти дальний номер. Идем назад, последний. Не знаю, выстрелы были, пока непонятно, что там, по кому стреляли. С нашей стороны вышло 4 лося. На меня 2, и там еще на ребят 2. Как мы позже выяснили, стреляли все же не по волкам. Это загонщики шумели в загоне. На второй день егеря снова собрали людей, но волки прорвались и ушли. Далеко не каждый такой выезд приносит результат. Это охота.